Друзья, в продаже у нас появился Nissan Almera 2013 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 102 лошадиные силы. На автомате, на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, всего один владелец. Автомобиль полностью в заводском окрасе. Приобретался у официального дилера, без ДТП. С полным комплектом ключей. Установлена сигнализация, максимальная комплектация. Круиз-контроль, литые диски, противотуманные фары. Внутри у нас подогревы передних кресел. Четыре электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Штатная мультимедиа с блютузом, кондиционер. Сзади также электростеклоподъемники, три места. Автомобиль в отличном состоянии, в заводском окрасе, дилерский, без ДТП, с полным комплектом ключей, с оригиналом ПТС, в максимальной комплектации.